бокале. А я сейчас не знаю, может, это я мочу пью. Хрен надо. Да пойдет мне. Мне сейчас, старику, уже градусов-то много не надо. Нам, старикам-то, уже чуть-чуть, наверное, мы ну, и упали, да, и все. Вот мне и это пойдет, да, ладно, пойдет. Да наигарить старушек, наигарить старичков. Потому что нам осталось чуть-чуть прожить. Надо старичков грабить, старушек грабить, пенсию у них грабить, пенсию начислять и грабить. Надо всех грабить. Особенно старушек надо грабить. Один хрен в могилу уйдет. А, не грабить, а убивать их надо. Потому что они так вам не дадут денег. Просто грохать их надо. Вот. А мне не убьете, а мне или вы убьете, вы долю получите, потому что у меня нет ничего. А вот говорят, Кощей бессмертный. Почему он Кощей бессмертный? А вот тоже я Кощей бессмертный. А потому что Кощей нечего, кроме костей забрать, у него кости одни, да. Так же у меня вы хрен что заберет. А у бабульки правильно, бабулька падла пенсию запрятала, свою подушку. Конечно, ее грохать будет, эту бабульку. И грохнут, обязательно грохнут. Потому что у нее денег много. А нахер этой бабульке эти деньги? Ей три корочки хлеба этой бабульки и вообще... Я не знаю, какие эти депутаты... Вот эти депутаты эти специально пенсии начисляют вот этим пенсионерам, бабулькам, а потом, блядь, эти депутаты и бабуля кончают, и у них забирают пенсии. Вот так они делают, вот эти госдумы наши.